Ну уже, бери. Ну уже. Да. Эта игра странная. Что это? Банкомат здесь? Вы бы еще, не знаю, элитный клуб бы сделали в подвале дома Хрущевки. Интересно, а что здесь? Что требует? Что может требовать 4 отмычки? Точнее, 2 отмычки. Давайте посмотрим. Может быть, там что-то интересное? О, вот, смотрите, да. Удобно. Он так держит отмычку, как будто сейчас... Не знаю, кого-то будет ею пить по голове, что ли. Кстати, отмычка, наверное, хорошее оружие. Для рукопашного боя. Наверное. ВТО предлагает реальные решения и реальное богатство. Орден предлагает внутренний покой. Вот такое было написано в... Сейчас в экране загрузки. Патент. Нет. Просто патент, как бы, созвучно словом импотент, поэтому мне не нравится слово патент. Поэтому лучше буду с орденом, оно хотя бы срифмовывается с Гордон. Гордон Фриман. Да, тебе пора в школу, потому что теперь я пойду тебя немножко... Ай-яй-яй, больно, да, больно? Вау, у меня аж игра подвисла. Видимо, от такого великолепного графического падения. Точнее, великолепной анимации падения вот этого. Как он вылетел? Блин, капец. Мне даже можно не придумывать ничего смешного. Просто кидать людей в стену. В этой игре и будет ржачно. Все-таки я же не зря поставил себе в профиль на ютубе то, что я типа юморист, типа смешно тут. Надо же оправдывать ожидания людей и прочего. И прочего сброда, который смотрит эту трансляцию через спутниковые антенны на другой планете. Чё-то как-то, блин, нет. Нет. Канализация? Зачем канализация? А, там вот отмычка. Надо забрать. Фак, а как я назад вылезу? А, ну да, прыгну. Я ж белка летяга. О, господи. Надеюсь, вам это не слышно. Тут такой белый шум. Хотя нет, это не белый шум. Это далеко уже не белый шум. Это называется спиногрыза шум. Как-то так. О, фак. О, фак. А, ну можно проползти внизу. А можно пойти сверху. А можно вообще открыть эту дверь. Что мне делать? Что здесь? О, энергобатарея, да, это хороший обмен. И патроны. Я так и знал, что здесь какая-нибудь кладовка, в которой что-нибудь лежит. Но это легко говорить, когда ты уже вскрыл ее. Я знаю. Сохраняемся и... О, и трахаем лестницу. Да, 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 да! Блин, это же надо было. Так. Завладеть оружием Мэгрейл, чтобы ВТО смогла расканировать его, загрузить схему в свой офис Сиэтля, рассчитывать неусилившую охрану. Возможно, главный ученый даст вам доступ. Так или убейте ученого, соответственно, программа Мэгрейл, это положит конец его исследованию, закроет доступ к прототипу, по крайней мере, на некоторое время. А где он? О, фак! Нет, нет, нет. Уходим, а уходим, уходим, уходим. Наступит руина, потише. Или почище, или как он там поет. Наступит времена погуще. Пожиже. Брутальней. Сексапильней. Сексапильные времена, что?
Ну это, знаете, идешь как бы утром, встаешь утром, да, и как бы солнце такое, там. Солнце. Я пытаюсь представить солнце с большой грудью, но как-то не получается. Что? Нет, реально, мне надо лечиться, наверное. Что-то я какие-то не те мысли несу. Это все-таки. Нет, это Deus Ex плохо на меня влияет, потому что я. Вы сами подумайте, что. Как можно нести целые 2 часа, которые я играю в день в эту игру, и нести что-нибудь членораздельное и разумное. Доступ в лабораторию оружия. ССЗ в срочном порядке улучшает эффективность безопасности. Вот новый код к зоне проверки. Ага. Код оружия лаборатории Мака сохранен в датакубе. Надеюсь, вам все видно сейчас. Да, лампочка меркает. Или мерцает. Или меркает. Эй! О, фак! Что здесь? 5 ящиков взрывчатки нет. Они реально хотят, чтобы я подзорвал себя. Как газовый гранат мне не надо. Тазер у меня есть. Тазер, блин, от слова тазик, что ли? Что это вообще? Я не знаю, может есть такие слова. Инклинатор не знает, тазер тоже. Блок предохранительный. А они что делают? Ну, взорвать что ли просто? Я, пожалуй, просто взорву. И чё к чему? Я только напылил там. Радиация. Фак. Успел. Пока не заметили. И к чему был этот взрыв, если... Как вообще такой взрыв мог не вынести вот этот... Вот это вот... Я не знаю, что это. Блок предохранителей, ну как-то... Корпус, во, корпус. Включаем энергию. И, наверное, отключилась и камера, да? Нет, хер мне. Хер мне нарыло. Ладно, пробуем стелс режим, включаем. Ага, херня. Ну херня за углом, выйди, пожалуйста. Херня за углом. Я тебе говорю. Чё? Вы это видели? Хрен за углом. О, фак! О, фак! О, фак! Вроде бы здесь никто меня не видит, можно повзламывать немножечко. Так, камера выключена? Выключена. Уи! Я сломал камеру! Уи! Это кто? Ну это, наверное, не этот ученый Мака, но я на всякий случай и замочил его. А какая разница? Ух ты, тут можно еще вот так как-то. А, это, наверное, где-то я по пути пропустил просто. Я просто подумал, что это кто-то свой или что-нибудь еще, но... Но нам посмотреть времени сколько там. Мне обычно на 2 часа хватает отставшегося времени. У меня еще полчаса где-то есть на жестком диске. Так, аптечка, скорострельность. Пойдет. Надо сюда поставить его. А, нельзя, что ли? А, только 2 оружейных мода в нем. Стрёмно. А в дробовике? Дальнобойность? Нет, ему не нужен. Усилитель урона тем более, ми-конвертер. Нет, пожалуй, вот это я установлю. Сюда.
Так, где тут патроны? Да! Пошел вон! Мне сюда и надо идти. А сзади там проход с другой стороны, где можно выползти на лестнице. Наверное, я правильно понял. Потому что карты у меня никакой нету, да? Изображение радиомаяк. А, это от этой дуры, которую я не освободил. Ну и хрен с ней, пусть там сидит. Так. Что дальше? Ага, вот оно оружие, наверное, да? Ну, раз... Что? Простите, у меня тут что-то как-то приперло. Блин, придется сражаться с роботом. Chief engineer, how'd you get down here? I wandered off the tour. So you're custom designing weapons for this group calling itself the Templar? Пробежку делал. Talk to sales. I just built the thing. Don't ask me why we want to arm a bunch of bigots, genetic purists. Doesn't sound like you believe in your work. If the Templars are so appalled by body modification, what do they plan to do with 50,000 magnetic pulse firearms, hmm? What if I wanted to take a look at the prototype? Doesn't matter much to me. Sure, take a look. Go over to the weapon case and get ready to press that button. Meanwhile, I'll unlock the controls from the safety of my office. No offense, but I'm not standing out in the open while a stranger is fingering... А, его надо подождать, пока он уйдет в свой офис и все. Хм, а если я выберу, он, если уйдет в свой офис, я смогу его догнать? Вот это мне интересно. И смогу я пробраться в этот офис? Или мне сейчас надо сделать выбор, на кого я буду работать? Если я сейчас буду с ним сражаться, там, во-первых, робот, во-вторых, мужик тут. Меня просто поимеют. Ну, давай попробуем по-умному. Если нет, то тогда я буду работать на ВТО. I'll unlock the access panel from my office. Окей. Где твой офис? Погнали, я за тобой. Все, пока. Он без сознания? А, мужик меня как-то не заметил, что-то я не понял. Наверное, я в тени просто был. Так, какое мне задание-то дали? Я что-то не просмотрел. Так. Найдите офис директора биолаборатории, чтобы узнать местонахождение доктора Насиф. А, он свой. Смотрите-ка. Ой, что-то колбасит-то как его. Так, стоять. Офис директора биолаборатории. Ага, окей. Видите, можно было по-умному поступить, можно было по-глупому сразу его начать мочить. Когда мне пришлось сражаться и с роботом, и с этим дядькой. Но все обошлось, все обошлось. Фак.